Сергей Морозов провел встречу с уполномоченным по правам человека Людмилой Крутилиной. Омбудсмен доложил главе региона об итогах работы аппарата за 2016 год. В отчетном году к уполномоченному поступило порядка 1000 обращений. Ну, это на уровне прошлого года. Но обращает на себя внимание, что практически в два раза увеличилось количество коллективных обращений. То есть граждане создают инициативные группы и обращаются уже не за решением какого-то конкретного своего вопроса, а решением вопроса, который касается отдельного дома, отдельного микрорайона. Среди основных тематик обращений граждан – защита жилищных прав. Эта тема волнует каждого шестого. Вопросы строительства социального жилья, обеспечения прав потребителей услуг ЖКХ. Людмила Крутилина предложила главе региона рассмотреть вопрос организации бесплатной юридической помощи ульяновцам. Сегодня руководитель аппарата правительства и администрации Кудратов получил указание совместно с председателем правительства о том, что мы меры государственной бесплатной юридической помощи усилим, и количество таких вот объектов будет резко увеличено. Государственное юридическое бюро, куда ульяновцы смогут обратиться бесплатно, до конца года будут созданы во всех муниципальных образованиях региона. Дарья Судрева, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».